Diego. Ребята, не оставляйте! Выбираем ручевочки. Олег Александр открывает счет 1-3. И Мищенко Артем получает желтую карточку. В составе команды «Девелопер» желтую карточку получает Кириченко Андрей. Молодец, все правильно, молодец. Лево, право, Артем. Руслан, если бы уже было, ну, сейчас скажу, еще успеем к вам. Сейчас будет тишина, смотри. Не, все. Это номер, спокойно. Понаблюдай. Иди, Саша. Домой. Не фали. Хорошо. 10 номер, спокойно. Что там теперь? Раз, два, 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 два,
Сегодня весь день такой. Отлично! Отлично! Отлично!
Дима, там выйдите, ребят! Да, Вова, тут останься дома, Вова. Все, отходим. Вот тут начинаем. Ну, белый аут! Хорош! Убежал? Дим перейдет. Его! Его! Один! Его! Леша, ты не дома! Хорошо. Бить! Отлично! Отлично! Спасибо.
Молчать, и все, уже молчать. Десятый уже молчит, уже поняли, что без проблем. Ну, можно было... Он показывает жизнь, он так красный. Я так себе подумал. Одна замена. Сейчас поломаем игру, уже, блин, мы сами что-то подумали. По духу игры. Да. По правилам, то да. Но мы же профессионалы. Да. Ему не видно было, я его показал. Все нормально, Никита! Все нормально, не думай, я бежал. Желтая проигрывает, значит, туда. На 17-й матче все были в эфире. Спасибо, скажи. Ну, Ванька, он удавал вас в эфире. Два раза. Команда Бивал почти право на 10-метровый удар получает команда Бурга. Минута 25. Поехали.
22 уже. Спина! Спина! Не фали! Ай-яй-яй, хорош! Давай! Давай, давай! Разберемся, давай! Валите, желтая, не вся внимательная. Все, пускай, Леша, все. Молодцы. Давай. Чудесно. Можно через зал. Не бой, дыми. Все, Саш, не бросаться. Здорово. Я начал Алексей на 20-й минуте матча делал счет 3-1 в пользу команды Девелопа. Первый раунд закончен. И в пользу команды Девелопа.